Всем привет! Сегодня у нас на разборе такой проект, как Exclusive Platform. То есть это у нас такая платформа, которая задумана как сервис, призванный революционизировать процесс облегчения усилий разработчиков проектов блокчейн-экосистеме. Платформа разработана для улучшения координации между целевым блокчейн-сообществом и различными клиентами. Платформа будет решать многие вопросы, связанные с процессом, но они ограничиваются рекламой проекта, а также различными аирдропами и баунти компаниями, распределением токенов и многие другие. Разработчики проектов могут в конечном счете использовать эксклюзивную платформу для разработки своих проектов почти бесплатно, используя приложение. Они будут совершенно бесплатные и не обращая внимания на предоставление расширенных функций. То есть, как я и сказал, здесь будут различные боты, да, которые можно будет сделать за считанные секунды для Телеграма, Дискорда, Твиттера и так далее. Здесь будут проводиться баунти аирдропы. Все будет для этого сделано. Также будет автоматизированная раздача токенов, которая будет делаться за несколько минут. А также API, то есть это интерфейс программирования приложения без отслеживающего состояния для создания проекта и задачи, и также управления ими прямо из этого самого приложения. Блокчейн-снимок, то есть мы сможем сделать блокчейн-снимок. То есть они смогут для нас. И все держатели токенов будут это получать. Ну и, конечно же, автоматическое распространение также будет удобно. Вообще, Exclusive Platform — это у нас блокчейн-проект, созданный для предоставления решений разработчикам проектов. Также было обнаружено, что есть еще огромные идеи, которые еще предстоит зарегистрировать на временной отметке блокчейн. Через эту платформу они дают новым и существующим разработчикам проекта блокчейн, пользователям блокчейн, возможность подключиться к правильному каналу, используя стандартный носитель в качестве доставки. Также, почему стоит вообще выбирать данный проект и какие у них плюсы? Ну, во-первых, у них очень большое сообщество. Также с ними безопасно, вы будете контролировать свои данные без доступа третьих лиц, и они также никогда не будут передавать эти данные кому были еще. Также здесь отличная масштабируемость, вы можете удаленно перезапускать проекты сколько угодно раз, также все легко настраивается. Ну и, конечно же, все будет децентрализовано. Далее, давайте посмотрим на дорожную карту проекта. Как мы видим, начало свой проект берет еще в июле 2018 года. Тогда появилась идея данной платформы. Далее они начали разрабатывать дизайн, делать различные анализы. Начали собирать свою команду. Ну и уже началась разработка платформы. В декабре 2019 появился бета-релиз платформы, и начинается у нас ICO. В марте они обещают выйти на биржу и также делать дап на эфириум. А в апреле 2019 опрос по запросу функции список различных бирж. Далее в июне 2019 они обещают выпуск IP версии 1. Идут различные партнерства у нас. И также сделают уже в сентябре дап на EOS. Дапс на Tron, дап на Neo. И также в январе 2020 непрерывное развитие и уже выпуск новой дорожной карты. Давайте поговорим с вами о ICO данного проекта. Токен у нас будет называться XPL. Токен у нас на эфире, да, на ERC-20. Общее предложение составляет 1 миллиард токенов. Да, то есть у нас 10 миллиардов. И
Также есть несколько этапов продаж. Как мы видим, у нас 7 этапов. Цена будет все время изменяться. Да, здесь вот такая вот цена, очень маленькая. 0,016 эфиров. Ну и доходит она потом до 102. Да, с каждым этапом меняется. Сейчас у нас идет второй этап. Да, он закончится через 6 дней. И у нас 0,22. Далее с 29 января по 5 февраля. И вообще у нас получается 7 этап заканчивается 5 марта. Также минимум покупки это у нас получается 0,1 эфира. И максимум это у нас 30 эфирок. Также 10% бонуса за, если вы покупаете на 10 эфиров или больше. Ну и, конечно же, покупать необходимо токены именно с вашего кошелька, а не с биржи, либо потеряете. Далее, распределение средств и распределение токенов. На продажу 70, команде у нас 10, на маркетинг это 8, а, это на разработку, простите, да, также помощникам 6, ну и дело у нас тоже 6%. Далее, команда проекта. Как мы видим, к сожалению, на сайте нет никакой информации их биографии, но у каждого имеется ссылочка на LinkedIn, куда вы можете перейти и ознакомиться с их биографией более детально, изучить ее, чем занимались, где работали, в какой области, ну и так далее. Обязательно переходите и изучайте их биографию. Также советники проекта. У каждого тоже имеется ссылочка на LinkedIn, поэтому можно перейти и ознакомиться с их биографией. Ну и различные часто задаваемый вопрос. Что хотелось бы сказать? Проект достаточно интересный. Подобных платформ я еще не видел. Поэтому я думаю, что многих данная платформа заинтересует. Плюс сейчас очень хорошая цена. И напоминаю еще раз, если покупаете на 10 или более эфиров, то вам идет отличный бонус в размере 10%. Поэтому я советовал вам бы обратиться внимание на данный проект, на данную платформу, изучить ее более детально. В описании к видео я оставлю ссылочки на сайты, на их соцсети. Конечно же, White Paper. Обязательно прочтите и уже принимайте решение, стоит инвестировать в данный проект или нет. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.